Тож до нашої студії завітала Наталя Стройнецька, керівник юніор-банку у Миколаєві. Доброго ранку. Добрий. Розкажіть нам про поняття проєкту юніор-банку. Юніор-банк – це соціальний проєкт. Його основна задача – обучення дітей фінансової грамотності. Возраст дітей, які ми учимо в цій категорії, це 16-17 років. Сама ідея юніор-банка виникла в 2006 році, ми її пробували на своїх дітях. А уже в 2009 году решили поделиться этой идеей в массы, потому что эффект был просто ошеломляющий. Дети менялись на глазах, были более социально адаптированы, поэтому мы решили этот проект вывести и детям, ну как сказать, уже всех украинцев. Сам проект работает по всей Украине, и в больших городах, и в региональных центрах. А вот в 2012 году проект получил золотую медаль на международной выставке, которую ежегодно устраивает Министерство образования Украины, и Национальная академия педагогов получила золотую медаль за нестандартный подход к обучению. Это гордость, и я считаю, что это признание как проекта, который можно всім предлагати. Наші дорогі телеглядачі мають можливість зателефонувати до нашої студії з номерами, які зараз побачать на своїх телеекранах, для того, щоб задати питання нашій гості у прямому ефірі. Віка, можеш продовжувати. Тож, вік обмежений, так? Користуватися цим проєктом можуть тільки діти від 16 до 17 років, так? Наскільки актуальний і значимий цей проєкт для сучасної миколаївської молоді і у чому його користь? Знаете, он не то что актуален, он мега актуален, потому что именно сейчас настолько развиваются интернет-технологии. Дети наши знают намного больше, чем мы. Дети уже выходят в интернет с платежами, дети выходят на безналичные расчеты. И если они не будут знать, как это делать грамотно и правильно, то, естественно, обязательно наделают каких-то ошибок. Поэтому наша задача – научить их, и, возможно, даже через них родители, которые еще не совсем доверяют интернету и самой как финансовой структурам. Поэтому это просто актуально как нельзя. Как стать участником этого проекта? У нас есть несколько уровней обучения. Есть уровни общие для всех детей. Есть уровни более углубленные для детей, которые имеют карту юниора. Уроки финансовой грамотности – это такой обозревательный проект, который мы предлагаем приглашать нам в школам или каким-то организациям детским. Мы их читаем для всех детей. И экскурсии в банк, как профориентационные для класса, для более старших детей, и такие ознакомительные, обучающие для детей более младшего возраста. Если у ребенка есть уже карта юниора, а у нас их на минуточку в Николаеве, Николаевской области уже дети 12,5 тысяч имеют на руках карты, то есть родители хотят их приучать к безналичным платежам, то они уже могут посетить такие виды обучения, как бизнес-школа, это 8 тренингов бесплатные, и квест-комнату. И также есть сайт «Детский юниор-банк», который можно найти в Гугле очень просто. Там есть возможность онлайн-обучения и плюс всевозможные конкурсы. То есть способов получить знання дуже багато. Ви анонсували нашим глядачам, що батьки мають можливість навіть відслідковувати місце знаходження дитини за цими юніор-картками. Про це хотілося б детальніше. Так, у цього проєкту є ще дві такі цікаві проєкти, помощника, можно сказать. Это карта питания, установка терминалов в школьных столовых и карта учет посещаемости. Это терминалы обыкновенные, как стоят в магазинах, вы видели такие небольшие машинки, да, но за них залита разная программа. Что такое учет посещаемости? Родитель может контролировать приход ребенка в школу и выход, то есть ему приходит смс о том, что ребенок зашел, и тогда, когда он вышел. Ребенок прокатывает карты, вход и выход. Таким образом, я как родитель могу контролировать его время нахождения в школе и в то же время фиксировать, ну, понимая, когда он придет домой, через какое-то время он вышел. Школа тоже контролирует. Если говорить о полезности школы, то, наверное, уходит необходимость постоянного переписывания и отсутствия учеников. Но все-таки это такой запротоколированный контроль, понимаете, который не просто я пришел, мама, я дома или я вышел. А вот он действительно на самом деле есть. Это отслеживается спутником, родитель четко понимает, что его ребенок вот уже на пути из дома, и можно его ждать. То есть это очень удобный проект. А еще до харчевания, вы сказали, еще один бонус. Тоже бесплатно установленные терминалы в школах, по которым дети могут по этим же картам рассчитываться за питание в школах. У нас в Николаеве уже подключено 20 школ. Мы постепенно раскручиваем этот проект, то есть стараемся в условиях школьных столов, чтобы это было удобно, вот, но набирает популярность. Тобто терминалы в миколаївських школах вже є, і ця система вже працює? Так.
А чи плануєте розповсюджувати цей проект на дітей більш молодшого віку? Ну, молодший вік – это у нас 6 років. То есть 6 лет, где ребенок может иметь карту. То есть он уже может спокойно, родители его отправлять там, в магазин, если уже нет, с наличными, скомканными денежками, там, которые грязные уже как сами по себе, а уже с карточкой фиксировать, когда он делает покупочку, через сколько он будет дома. То есть это вот можно уже пользоваться картой 6 лет. Ось які враження у миколаївських школярів від того, що вони дійсно відчувають себе вже фінансовими особистостями, які можуть самі розраховуватись у терміналі, у яких є своя юніор-картка? Ну, во-первых, они чувствуют себя личностями, во-вторых, они понимают, что они финансово ответственны и ответственны за те деньги, которые у них есть. Они понимают, как происходит процесс, да, и они чувствуют себя взрослыми. То есть это достаточно хорошо взрослыми, но родитель при этом ведет полноценный 100% контроль за своим ребенком. Это здорово. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я думаю, що у наших телеглядачів, якщо виникнуть якісь питання, вони можуть віднайти вас за пошуками, хештегами в інтернет-мережі. Наталя Стройнецька, керівник юніор-банку у Миколаєві, і задати вам питання, які будуть їх хвилювати. Дякую.